Повестка совместного заседания Президиума Брестского городского совета депутатов и городского исполнительного комитета в этот раз достаточно ограничена. В центре внимания один вопрос – выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси. Решение принимается путем открытого голосования. Кандидат один – Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы. Основная масса брестчан и жителей Брестской области знакома с Александром Сергеевичем Карпицким, профессором, доктором медицинских наук, который в свое время защитил докторскую диссертацию в 38 лет. Это довольно-таки молодой возраст для доктора медицинских наук. Он и практик, он и теоретик, и имеет стаж преподавательской работы в Витебском государственном медицинском университете. Это новое лицо нашей медицины в Брестской области. И за 19 лет его управления Брестской областной больницей она приобрела совершенно другой вид. Традиционно перед принятием решения идет активное обсуждение. За и против выдвигаемой кандидатуры высказывают активные городские лидеры, представители вертикали власти, члены исполкома. В поддержку кандидатуры Александра Карпицкого было высказано большое количество добрых слов. При отсутствии высшего учебного заведения медицинского университета Брестская областная больница по качеству и доступности медицинской помощи намного выше некоторых областей, тех, которые имеют эти высшие учебные заведения. И в этом заслуга Александра Сергеевича очень высокая. Кандидатура Александра Карпицкого была поддержана единогласно. Он станет участником масштабной избирательной кампании, которая пройдет в стране 7 ноября.